всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я проверю мою девушку на жадность. Я ей дам прям очень много голды, и потом попрошу всю эту голду обратно. Посмотрим на реакцию, но вы, можно, подписчики, прямо сначала данного ролика влепите огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь, нажмите на красную кнопочку и напишите любой хороший комментарий и кого проверить следующим. Поехали! Почему видео стали выходить реже? В последнее время я подсел на игру Genshin Impact и провожу в ней довольно-таки много времени. Давайте расскажу немножко поподробнее. Игра доступна на платформах PS4, PS5, iOS, Android и ПК. Это была лучшая игра Google Play и App Store 2020 года. Genshin Impact получил награду The Game Award за лучшую мобильную игру TGA 2021 года, а IGN поставил ей целых 9 баллов. О чем же игра и чем она меня привлекла? В мире Тейвата, где постоянно проявляются всевозможные стихийные силы, есть 7 уникальных регионов, которые можно исследовать всем желающим. В Genshin Impact у игроков полная свобода действий. Ты можешь лазать, плавать и планировать по прекрасному миру. В Тейвате существует 7 стихийных сил. Суть заключается в правильном комбинировании героев, их скиллов, стихий, чтобы нанести эпический урон. Сейчас выходит обновление 2.5, которое добавит нового персонажа Ямико. Просто взгляните на нее. Она владеет катализатором и управляет электроэлементом. По совместительству она еще главный редактор издательского дома Яэ. И это только начало. В Молитов возвращается Сёгун Райден и Санган Мия Кокоми. Был освобожден новый босс, похожий на Сёгуна Райден. Босс продемонстрирует суперразрушительную силу. Добавили новое событие «Божественное мастерство», в котором путешественники создадут свою собственную область своим дизайном, различным ландшафтом, механизмом, ловушками или даже бафами в разных местах, а другие путешественники смогут все это протестировать. Если ты не знаешь, что такое Genshin Impact, самое время с ним познакомиться. Качай игру по моим ссылкам в описании и покори мир Тейвата вместе со мной. Стань сильнейшим. Все ссылки снизу и не забудь про промокод на экране. Так, ну что же, ребята, чтобы понимали, я уже готов. Я поменял себе ник, я поменял себе аватарку. Я даже вышел с клана Масля, чтобы меня никто не спалил. И прямо сейчас я буду покупать скины у моей девушки Анетки прямо на стриме. Так, ну что, давайте к ней зайдем, посмотрим, какие скины она выставила. 5 минут later. Так, ну что, пацаны, листаем. 255.55 это самый первый ее скин. 255.55. О, вот она, вот она, вот она, вот она. Скин номер один мы купили. И давайте посмотрим, какая же будет у нее реакция. Потому что мне кажется, она будет очень сильно благодарна. Но она не знает то, что это только начало. Дальше будет веселее. Смотрим. Только без кама. Хорошо. Спасибо. И знаете, ребят, что самое-самое интересное, что я прямо сейчас все эти 4 скина просто возьму и куплю. Ох, ребят, какие же эти затратные у меня видео выходят. Но ничего, это все ради контента, пацаны, с вас лайкусик, с вас подписочка. Скин номер один купил, скин номер два купил. Обалдеть, пацаны, что я творю, как же это дорого. Дальше, скин номер три купил. Я сумасшедший. Скин номер 4 тоже купил. Блин, ребят, я Анетке уже дал больше 1500 голды. Давайте прямо сейчас посмотрим на реакцию. Смотрим. О, спасибо, Махмуд. Обращайся, дорогая. Махмуд. 3 скина. 4 скина. Опа. 5 скинов купил. Все пишем в чат. Махмуд топ. А Махмуд это я? Махмуд топ. Спасибо, Винтер Стендов. Спасибо, Сэнкью. Так, короче, пацаны, прямо сейчас я написал в нике свой ID, и я жду, чтобы она добавила мне в лобби. Мы сыграем с ней дуэль. Я специально ей подамся, она мне выиграет в этой дуэли, и знаете что? Я опять и дам, только уже не 200 и 300, а целых 500 голды. Ну а после этого я уже попрошу у нее всю эту голду вернуть обратно. Это будет просто разрыв мозга. Так, ну что, ребят, погнали. Я написал ID, и я жду, чтобы Анетка меня добавила. И давайте так. О-о-о. Все, я в лобби, я тут, я напишу. Дуэль. Пры. Так, давай на 500 г. О-о. Сейчас, ребят, будет дуэль с Анеткой на 500 голды. Ребят, я буду притворяться специально полным нубом, специально ей проиграю, и после этого отдам 500 голды, и буквально через одну минуту скажу, что это была голда моего брата, или еще что-то придумаю, и прошу вернуть обратно. Так, ну что, запускай. Пишу.
Б и Тёмка. Так, все нормально. Пишу к настоящий школьник. Капсом, Б и Тёмка. Поехали, почтенный. Сейчас будет контент. Все пишут Махмуд Топ. Так, мне просто интересно, меня кто-то спалил или нет? Махмуд Топ, Махмуд Топ, Махмуд Топ. Никто даже не подумал, то, что это Кент АПК. Это просто идеально! Ну, а если кто-то узнал, кто, что это я, пожалуйста, почтенный, меня палить не надо. Я разговариваю очень-очень тихо, потому что Анетка в соседней комнате стримит. Все, ребят, я зашел с ДТ, и сейчас пойдет контент. Так, давайте вначале Анетка пробуем удивить, так сказать, закадрить скина. Кстати, да, это не только проверка на жадность, это еще будет проверка на верность. Сейчас мы, ребята, посмотрим, а на что готова Анетка ради скинов и ради голды. Так, давайте сейчас сгадрим, скинем скины и посмотрим, что же она нам скажет, так? О-о-о, смотри, оп, оп, раз скин, оп, оп, два скин, и оп, у меня еще кирголд. А ну-ка, ребят, я просто уверен, что она в шоках, она точно в шоках. Смотрите, осматривает мой КРТХ. И давайте напишу. Ты красивая. Ты красивая. Опа. Вау. О май гад. О май гад. О май гад, ты красавчик, спасибо. Не понял, кто красавчик. Спасибо. А, это же я. Ты красивая? Ой, знаете что, ну не льстите. Прожмите за это лайк и подпишись на мой канал, тогда я проверю еще кого-то на жадность. Например, Тик-Така. Вот с ним это было бы реально очень-очень интересно. Так, ну что, ребят, у нас есть дуэлечка, и в этой дуэли мне надо слить, поэтому я могу делать абсолютно все, что я захочу. Ну что же, я беру Дигл и погнали. Я, ребят, напоминаю, что мне надо слить, то есть тут ничего сложного нет. Я буду топать, я буду прыгать, я буду делать все, вот просто все рандомно. Буду спиной так бежать, потому что мне надо просто-напросто слить. Понимаете, да? Тут суть в том, чтобы я не выиграл, а за то, чтобы я проиграл и потом попросить у Анетки голду обратно. Так, ну что, притворяюсь полным нубом. Хана, Анетка, ну ты и нубиха. Она по мне даже попасть не может. Смотрите. Ох уж эти девушки. Блин, пацаны, ну я отвечаю. Ну это случайно вышло. Это вышло случайно, отвечаю. Так, ну ладно, так. Что возьмем в этом раунде? Давайте-ка я в этом раунде возьму М40. О, вот с М40 я точно проиграю. Я скажу честно, с М40 я вообще никогда не играю. Если я, например, с Авиком играю часто, то с М40 вообще никогда не играю. Так, ну чё, Анетка. Оп. Все, сразу, one tap, кентанима, все хорошо, 1-1. Все, Анетка, еще так же 7 раундов, как говорится, побеждаешь. И после этого ты получаешь плюс 500 голды. Ну а потом тебе придется всю эту голду отдавать. Так, ребят, давайте я возьму обратно М40. И погнали дальше удивлять Анетку. И будем смотреть на реакцию. Мне интересно, Анетка бомбит или нет, потому что мне кажется, если бы меня кто-то рофлил, я бы точно горел бы. Дорогуша, вот она. Анетка бежит через Тёмку. Так, Анетка, а что ты ж... Оп! Она тоже 740! Все, все, хорошо. Хорошо. Моя конфеточка, моя сладенькая, иди ко мне. Давай, давай, Анетка, давай по-быстрому. Я, конечно, думал, что Анетка нубиха. Ну чтоб насколько? Ну это же просто капец! Так, давайте я возьму авик. Не-не-не, авик брать нельзя, она меня спалит по наклейке. Но, например, какой-то КРТХ статрек можно взять на ура. Так, ну что, сейчас будем стрелять чисто в небо, смотрите. Все, все. Анетка, наверное, довольна. Думает, да, подняла 500 голды, да, мы это сделали. Но Анетка не понимает то, что на самом деле я ее перехитрил. Ребята, говорится, шах и мат уделал Анет. Так, что же мы возьмем? Давайте-ка обратно М40, почтенный. 3-2, Анетка побеждает, говорится, все идет так, как надо. Анетка. Анетка! Так, делай, что я завис. Хорошо, Анетка, наконец-таки меня замочила, моя ты умничка. Она пишет, ты всерьез так играешь? Я ей напишу, я давно не играл. Блин, кстати, посмотрите, как она переливается P350. Очень замечательно, все, ребят, погнали, Анетка. Анетка, конфетка, попе, табуретка. Ребят, напишите самый смешной рифм в комментариях к слову Анетка. А я прямо сейчас попробую сделать... ну, слиться, точнее, попробую. Все, у меня это вышло. Ништяк. 5-2. Все, зашибумба. Зашибись. Все идет просто перфекту. Белиссимо. Поехали, поехали. Опа! Ох!
Это будет что-то с чем-то. 6-2. Ништяк, ништяк, ништяк. Так, ну что же, в этом раунде взял М110. И сейчас я Анетке покажу, кто тут, говорится, батя в доме. Ну чего, Анетка, давай, давай, ты где? А вот Анетка, вот Анетка. Сейчас мы починим, с ней разберемся. Все, 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 все. Не разобрались, ничего страшного. 5 minutes later. Анетулечка. А что такое? А ты чё? А ты чё спиной ко мне смотрела-то, ё-моё? Так, ну ладно, ребят, мы же играем не на всю силу. Мы специально сливаем и прямо сейчас отдаем ей еще очередных 500 голды. Поехали. Анетка, Анетка, а-ха-ха! Спалимся. Все, нормально, ребят, я не яха, это не моя, не палимся. Анетка. Анетка, иди сюда. Анетка потеет, она потеет, она потеет. Ай, а кенту тут с ножом бежит, да, пацаны, чисто по рофлу. Да ну нафиг! Все, ништяк. Мы, ребят, проиграли, и сейчас будем отдавать Анетке те самые 500 голды. Поздравляю. Плюс 500 голды. Плюс 500 голды. Честно, как лупами раскидала, по факту. Ну что же, только что мне Анетка написала, я выставляю. Анетка, мы ждем, мы все ждем. Давайте я напишу, что за скин. Анетка такая довольная, радостная, да? Выиграла 500 голды. Я просто в шоках, посмотрите. Где чисто за 2 дня сколько голды дали, посмотрите. Чисто за 2 дня Анетке сколько голды-то понадавали. Так, ну что, ребята, вот такой вот у нее скин. И прямо сейчас за 500 голды мы покупаем. Так, 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 все, запомнил киноклички, все запомнили, да? И листаем теперь в самый-самый низ, и надо покупать, надо давать. Ребят, я вам скажу честно, если вы когда-либо проигрываете в дуэлях голду, всегда ее надо давать. Никогда в жизни не обманывайте, это некрасиво. Так, все, 500 голды, проверяю наклеечки. Наклейки те же самые, и прямо сейчас Анетка. Моя ты девочка, поздравляю тебя. Все, я отдал все, что проиграл. Но теперь, я меняю ник. Брат Махмуда, брат Махмуда, и пишу Анетке, мол, Анетка, а это был мой брат, отдай голду, погнали, ребята, отбирать у Анетки нашу голду. Брат, спасибо. Ну что, ребят, я прям сейчас и отправлю донатик, ник делаю брат Махмуда, вставляю мой ID и пишу. Анетка, извини, это был мой брат. Верни ее, пожалуйста. Так, все, ребят, ништячок. Отправляем Анетке донат и смотрим на ее реакцию. Смотрите реакцию. Ну, Анетка, давай, 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 мне давай. Мне кажется, это фейк донат. Да это не фейк донат. Это фейк донат. Анетка, это я, Махмуд! Это твой парень. Блин, ничего себе, Анетка хитрая говорит, это фейк-донат. Не, ну если честно, я бы тоже, наверное, подумал, что фейк-донат, но я бы на месте Анетки пригласил бы Махмудика в лобби и все узнал. Анетка, прости, это мой младший брат, верни голду, прошу. Так, ребята, Анетка что-то морозится, я не понимаю, напишу. Прошу, еще раз написал, прошу, прошу, прошу. Сейчас мы, ребят, посмотрим на ее реакцию, потому что Анетка что-то выставляет скины. Походу, не один я ей давал голду, походу, у нее много фанатов, и ей дают голды реально больше, чем мне, потому что она девочка. Мне как пацану никто голду не дает, меня только банут на голду, а Анетке голду дают просто весь стрим, походу. Так, Анетка, ну можешь вернуть, ну чисто по-братски. Анетка решила прямо сейчас посоветоваться с чатом. Типа, пацаны, как думаете, голду надо давать или нет этому Махмуду? И мы еще посмотрим, что же ответил чатик. О, смотрите, Анетка запустила опрос, возвращать голду, да или нет. Конечно, мы голосуем за да. 52% да, 48% нет. Но все-таки больше половины говорят, что голду надо возвратить. Поэтому мы прямо сейчас ждем, чтобы Анетка нам возвратила уже 54%. Все, Анетка. Ну, получается, голду надо возвращать. Если даже весь чат пишет, типа, Анетка, возвращай голду. 100 голды. Плюс... О, она считает, она считает, она считает. Плюс 400. Должна тебе. О! Сколько? Правильно. 1520 голды. Полторы тысячи голды надо отдать, как говорится. Махмуд дал, а брат Махмуда забрал. Ладно, выставляй скин. Реал? Спасибо. Ничего себе, она вернет 1500 голды.
Я просто в шоке. Так, давайте выставим какой-то UMP геометрик. 1500 голды. 5 minutes later. Блин, ребят, я прям смотрю на нетку, я вижу, как она расстроилась, но я тебе скажу только одно, Анетулечка, если ты пройдешь проверку на честность, ты будешь умничкой, и все подписчики в комментариях напишут, что Анетка топ. Поэтому, ребят, прямо сейчас прожимайте лайк, подписывайтесь на канал Кенту ПК. Я думаю, это будет очень весело. О, Анетка опять купили еще один скин. Ничего себе, Анетка, конечно, дали голды. Вот бы мне эту голду давали. Так, все, Анетка, листай, листай. 4 синих наклейки, 1500 голды. Я надеюсь, что Анетка очень быстро долистает и прямо сейчас скупит. О, о, нашла, нашла! О, вот ты! Так, и... Давай. Держи! И за брата поводок прицепи! Анетка красава! Все, ребята, Анетка прошла проверку на жадность! Погнали! Прямо сейчас и напишем... Уху! А, она вышла с лобби, она обиделась. Все, ребята, теряю ник. Кент. Кент. Дальше, меня аватарочку. Просто, ребята, по КД флужу Анетки на стриме, что ура, она прошла проверку. Надеюсь, Анетка замедлит и на меня злиться не будет. Потому что я скажу честно, пацаны, но мне было бы реально обидно, если такая ситуация произошла. Я не знаю, как бы я поступил, но Анетка умничка, она возвратила. К ней, ребят, говорится, претензий ноль. Ты прошла проверку, ура, и потом где-то ПК, возвращай мне голду. Все, проверку прошла, возвращай. Я хотел бы прямо сейчас вам подарить ножик Кунай Рипер. И чтобы его получить совершенно бесплатно, прямо сейчас вступай в мой телеграм-канал. Ссылочки есть в описании. Жду всех телеги, всех обнял, приподнял. Спасибо большое за просмотр данного ролика. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, на мой телеграм. Всем удачи, всем пока.